Ивановцы принимают гостей из Германии. В город приехала делегация волонтеров молодежной организации «ИМКО» из города Ганновер. Визит традиционно проходит в рамках германо-российского сотрудничества в формате обмена. С молодежью встретился лично глава города. Я думаю, что замечательный пример сотрудничества, потому что мы действительно показываем молодежи европейских стран то, что у нас все хорошо, то, что мы гостеприимный, дружелюбный народ. И, конечно, я думаю, что они все это увидели, расскажут своим друзьям, знакомым. И это все, конечно, идет на пользу нашему городу, нашей области и нашей стране. Участникам программы от 18 до 22 лет. В городе молодые люди уже пятый день живут в ивановских семьях. Для гостей подготовили насыщенную программу. Ребята уже прогулялись с квест-экскурсией по городу, побывали на Немлофте, в Плесе и интердоме имени Стасовой. Организаторы постарались, чтобы гости увидели Иваново не только из окна туристического автобуса. In first place, all of the snow. Haven't been seen so much snow in a long time. But also, the living or the flats of the people, the houses, it's a lot different to what I knew so far, and it's maybe the biggest difference to what I know. Ну, во-первых, конечно, меня впечатлил снег. Такого количества снега я пока еще в своей жизни не видел. Вот. Во-вторых, мне очень понравилось посмотреть, как живут люди в своих домах, в своих квартирах. Все-таки это достаточно сильно отличается от того, как живут многие в Германии, но мне это очень понравилось. Однако экскурсии и прогулки по городу не главное. Ключевым событием для ребят стал семинар, посвященный обмену опытом, развитию молодежных программ и добровольчества. Вот именно вот в этом формате мы помогаем общаться уже таким достаточно опытным, мотивированным молодежным лидерам, для того, чтобы они поговорили о том, как работают их организации, в чем заключается суть работы с молодежью, как они развивают добровольчество. Уже в четверг молодежная делегация отправится в Москву, чтобы провести там пару дней. А уже в следующем году юные волонтеры из Иваново отправятся по обмену в Германию. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.